Давайте, кто за мной? Я в лабиринт. Давай, догони, щенок вонючий. Ну, давай. Опа, я вижу, бежит. Давай, догони. А! Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Кирилл Геймер, Подлючка, Сок Добрый, Фриз, Джонси, Стаканчик, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Алейкум, здравствуйте. Всем привет. Здравствуйте, всем добрый день. Ребятушки, сегодня у нас гигантский лабиринт и выживание от некстботов Абунга. Если пяти кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Пацаны, разбегайтесь, потому что я включаю ему искусственный интеллект. Погнал. Давай. Ребята, кто первый умрет, тот лох, и не забываем... Обязательно подписываться на канал и ставить лайкосики. Ролики выходят каждый день. Если вы хотите с нами пообщаться, заходите в наш Дискорд. И досмотрите ролик до конца, потому что в конце будет очень-очень много бунт. Скорее всего, даже 100 штук мы поставим. О, ребята, кто смотрит ролик на Ютубе, напишите в комментариях параметры своих компьютеров. Посмотрим, у кого самый мощный компьютер. И зрители. Только выдумывать не надо, сейчас напишет компьютер Пентагона или что-то такое. Я знаю, фантазерам хватает. Так, пацаны, я вижу, что еще никто не умер, и это очень странно. Так мы на башне все. Да? Да, мы на башне, мы сами крутые теперь. На башне, да, говорите, хорошо. Да. Сейчас, я чувствую, в нас что-то сейчас прилетит. Сейчас нужно поставить Абунг возле башни. Да, я уже сейчас это буду делать. Я его убью сейчас. О, я вижу Грейни, бабку. Стой, бабка, я с тобой. Бабушка, дай пирожку. Все, идем. Ай! Ну что, я чё, лох, что ли? Кстати. Это жесть. Да я подался, специально. О, пошел процесс. Отлично, ребята. Теперь у нас много лохов. Отлично. Кто первый умрет? Да. А, извините, ну можешь как-то перебрехать, чтобы типа мы все были лохами? Такая жизнь. Я понял. Аккуратно, пацаны, на вышке уже. Уже на вышке? Меня да, я вижу. Сейчас. Прыгает. Так, я добавляю еще, потому что мне очень мало. Ну тебе мало, но много. О, не надо, не надо. Ребята, много Абунг. Ну много, ну смотрите, ну прям чего очень много. Много? Да я чуть-чуть поставил штук 40, ну чего ты? Да, 40, сейчас я поддыхаю просто. Я сделаю 100 штук, поверьте. Да, давай 100, не молчись. Ой-ой. О, я упал в лабиринт, и поэтому надо срочно бежать. Пацаны! Я не умру, пацаны! Ну, Дима лох, значит. Он еще так битбоксит? Да, а че? Я наполовину лох. Дима, ты в курсе, что я наполовину читер, да? А чего ты наполовину читер? А вот знаешь, где я сейчас нахожусь? Я вижу, ты бегаешь по забору лабиринта. Дима, ты двойной лох. Смотрите, засекайте время, за сколько я добегу до вышки. Да, это какой-то подпись. Как так можно в ноги лупануть? Сейчас на дурачка побегу. Давай, на дурачка всегда везет, потому что когда старается очень сильно, что-то не получается. Давайте посмотрим, как он сольется. Опа, Абунга выпрыгивает. На вышке сейчас. Да, конечно. О. Не, я сейчас реально на вышке. Разгоняемся. Ну, все пойдет. А что они ко мне все пришли, алло? А, я упал. Я начинаю нервничать. На самом деле, я специально упал вниз, чтобы было веселее выживать. Мне страшно, вдруг у тебя Абунга с меня съедят. Не бойся, тебя они первого съедят, с конца. Нет, ой, не тупик. Каркай. Ай, да что? Что? Ну понятно. Да, видите, ну я не поддавался, я играл на всю силу, просто очень мощно мочат. Ну чё, Абунга, я тебя обхитрил. И он тебя. Не, я его обхитрил, он меня не смог убить. Всё, теперь я иду по феншую, ногами на север. Чё на юг? Ну, потому что это уже не феншуй. Ну ладно. Ай, он за мной! За мной Абунга бежит по лабиринту. Я ожидал его сзади, а он пришел спереди. Чё, пацаны, читерите, да, я вижу? Бегаете по коробочке сбоку. Хорошо. Это все пинг, понимаешь? Это пинг все? Это виноват. Это рассинхрон. Я понял, это обман зрения. Да. Это иллюзия, Дима, я тебя вижу.
Ну видишь, я пытаюсь по красоте выживать. Чтобы было четко. Кстати, на бортике он тоже может убивать. О, да. Ты спрыгнул, что ли? Да, я к тебе прилетел. Давай, давай вместе попаркурим. Я люблю этот лабиринт, когда можно сверху вот так побегать. У меня пинг, я не могу нормально бегать. Ну ладно, ничего страшного. Ну ничего, это лечится. Ну я специально упал, вот видел? Да, да, да. А ты ко мне спрыгнешь или очкуешь? Конечно нет, кстати, вот ты. Да давай ко мне. Эй! А, вот так, видите, ребята, используют режим полета. Все. Ну да. Это нечестная игра, не участвуешь в розыгрыше. Да, какого розыгрыша? Розыгрыше победителей главного приза. Автомобиль! Блин, ну я точно не смогу выиграть. Ламборгини, да. Ламборгини. Ребята, отличнейшее настроение, отличнейшее. Так, ну что, побежали. Пошел забег. Да, ты просто так себе. Меня хотя бы зашли, у меня башка вываливается. Голова вывалится? Трусов? Ой, голова бежно улетела. Ой, жор. Жор. Страшно какой здесь. Кстати, ребята, обунг вообще убить нельзя. Представляете, они бессмертные. Вот это был красивый забег, ну не до конца. Я, кстати, в этом ролике еще пацаны не сразу ни разу не смог добежать до вышки. Кто поджигает? Дима, давай. Мы верим в тебя, добеги к вышке. Вы думаете? Да. Все, смотрите. Вот сейчас, если я не добегу, то Кирилл Геймер лох. Согласен. Я сделаю так, что ты не будешь лохом. И сейчас Дима умирает. Да не, я красиво буду бежать. Ага, да конечно. Не, серьезно. Запомнишь мои слова. Ой. Ну до вышки же главное добежать, сзади, а не вбежать. Привет, Дима, я сзади. Да? Да, Мишка Фрейд такой бегает. А как нам зайти в вышку, если они все ее чекают там? А нужно как-то обманывать их, чтобы они... Ай! Блин, подсрачника впилил мне! Сегодня Фредди страдает. Я тебя отвлекаю, как бы, чтобы это... Он там чувака умантулил. Слышите, я тут всех, короче, к себе привел, то они теперь тусуются возле вышки. Давайте я вас тут отвлекаю. Давай, 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 отводи их от вышки, мы идем. Так, ну раз я не добежал, Кири Геймер у нас немножечко маханулся. Все, добежал. Добежал до вышки. Теперь мне в нее надо как-то вбежать. Все. Ура, я на вышке! Ура! Отлично! Я сейчас был в тупике, меня зажали и убили, я испугался. Пацаны, еще добавлять? Да, мало. Я еще, ребята, добавляю. Ну а че бы и не, да? А ты на вышку залез, меня убили. Вот это у меня дал, так дал. Еще раз ставлю, давайте еще поставим. Ты с ним чипсами не поделился? А! Да блин, это вы специально его привели или... Да, да. А, ну все. Кстати, эти абунги, они не телепортируются. Они просто четко битбоксят. Давайте битбокс батл с ними строим. Так, отлично. Кто тут портал такой использует, а? Эй, пацаны, давайте без порталов, они нагружают сервер, может вылететь. А, вот так, значит, Дима, хорошо. Сейчас, ты сейчас сдох, а я просто над тобой проскочил, я не умер. Это везение. Ай! Да блин, да как он это делает? Усмотрите, что он вытворяет. Подлец этакий. Все, я очень сильно разозлился. Давайте, кто за мной? Я в лабиринт. Давай, догони, щенок вонючий. Ну, давай. Опа, я вижу, бежит. Давай, догони. А! Ребят, тут-то все как бы возле входа. Вся куча. Я их не отвлеку на себя всех. Ну я много их и поставил, их штук 50, наверное, уже на карте. Чтобы я умер возле вышки, да, прям вот? По красоте, что все было. Вот, я сейчас умер из-за тебя, то что ты поставил их. Я виноват? Так, я приближаюсь. Все, ребята, да ну как он это делает, я же до вышки добежал, волосами дотронулся, ну блин. Хотя у Фредди нет волос. Ну блин, я до вышки всего один раз добежал за всю серию, представляете? И то нормально. О, мы в следующий раз делаем выживание, мы на вышке запрячем оружие. Кто первый добежит, будет всех игроков мочить. Да Дима просто поддается. Да, реально. Да, я поддаюсь, вы что, не поняли это сразу? Я намного лучше играю, чем вы смотрите сейчас. Да.
Дима, я уже сотый раз на вышке, я этих обунка обманываю, как два пальца. О, блядь. Как два пальца об говно. Два пальца об говно? Помогите! Помогите, а не за мной. Не за мной! Да ну что ж вы будете делать? А я знаю, почему они за тобой бегают. Они прям эту карту хорошо знают. А что они за мной бегают? Потому что запах говнеца любят. Это капец. А, вот так значит. Ну ты же об меня потерся, и теперь говном я воняю. Как можно отмазаться красиво? Не кушайте меня. Все, забег пошел. Сзади, кстати, была бунга, меня не убил. Это очень странно. А бомба? А бомба. О, я сейчас запрыгну на бортик и буду по бортику выживать. А что делать? Ну, сейчас главное, какая фишка? Успеть забежать как-то в вышку. Потому что если я не забегу до вышки... Я уже на вышке. Отлично, Дима, отлично. Давай, подлючка, я с тобой. Нет, втекаем оттуда. Дима рэп зачитал только что. Да? Да ты что, я теперь полурэпер. Все, смотрите, где я. Ура! Наконец-то я буду выживать и спокойно себя чувствовать. Блин, давай встретимся. Все, отлично, отлично. Смотрите, как прыжок века. Века? Так. Смотри, прыжок века. О, не ну что, ну чё, погнали. Зря ты это сделал, зря. А! Ты дурак, что ли? Абунга. Дима, привет. Они прям рядом прыгают. Не, ну мне кажется, он не допрыгнет, он слабый, смотрите. И чё, и что ты мне сделаешь? Что? Что? А! О, стоять! Стоять! Убивайте его! Я вижу, он сейчас умрет, смотрите! Нет! Нет, ты не должен! Ты не должен стоять! Не, ребят, я его пока не замочу. Нет! Ушел отсюда! Красиво меня замочили! Красиво! Так замочили, что я теперь лежу на чили. Дима, кстати, я сейчас очень, очень мало их. Очень мало их, давайте еще добавим. Ой, мало. Я... Ой, Дима, прощай. Блин. Добраться. Их очень мало, давайте еще добавлять. Штук 500. Дима, все, добавил. Добавил. Ребята, около 80 абунг. Ну, всего-навсего 80 штук. Ну... Да нет. Ой, не ты знаю, что надо сделать. Почему поднялся пинг? Пинг поднялся? Да нет, то ты накрутил себе. Пинты накрутили. Накрученный пинг. Ты че ты используешь для пинга? А я дрифтую на тачке. Ну что, кто Бунга? Кто за мной? Никто. Колесо отломали. Давай, машинка, газуй, газуй, газуй. Ой, 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 ой. Ой, еще колесо отломали. Все-таки смогли. Смогли замочить меня. Ты еще в аренду брал для хода. Ну да, это же для аренды все. Все куплено, короче. Ой, так, давайте проверим, взорвет они бомбу или нет. Я вот стою возле бомбы. Только не трогайте, не трогайте ее. Нет, ой, не трогай. Ой, а ну он ее ударил. Стой, ну бомба! Ой, ты чего? Да я проверил, видишь, что он меня не взорвал. Ну, в принципе, он ее толкнул просто. Но этого мало. Бывает. Им вообще пофиг. Сейчас мы удалим еще бунк. Пофиг им, да? А вам? А нам, да, тоже. Ой, я на бомбе стою. Давайте, взорвут они или нет? И бомба полетела! Я не вижу, ты что там делаешь? Это веселье. Еще одно бы не было. Серое какое-то. Да нормально все, ну не очкуй. На! Дима повернул ядерным. Ребята, у нас есть админская монтировка. Ну блин. Нет, не надо. Да ну блин, они меня пинают как собаки. Мячик. Не надо мою админскую монтировку? Не надо. Да, надо. Смотрите, не что не делает. О, Абунг убивает. Ну молодец. Отлично, смотрите. Это Гусуняк ну, посоветовал эту монтировку. Да она случайно вас убивает. Я не буду больше. Все, все, все. Кстати, она Абунг убивает. А что она до этого не убивала? А я знаю, почему она не убивала их. У них был отключен искусственный интеллект. Да, да, да. Из этого они не. Так, давайте посмотрим, кто больше всех умер. Всех поставил монтировку, всех помочил. Джонси. Не, ну давайте вот по-честному. Вот самый больше раз умер Джонси, даже независимо от моей монтировки, 45 раз. А на первом месте Фриз? Я второе место, получается. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. А, вот так, значит. Ну, у тебя ответочка сразу. На! Все снесло! Даже бабка Грэнни на велосипеде загорелась. Ой-ой-ой.